Итак, всем привет. Продолжаем играть в Battlegrounds. 59 левел. Сейчас буквально 60 скоро будет. Много квесты поделал, не знаю, вы будут выкладывать видео или нет. У меня записано там порядка 4 матча, вроде мы сыграли, по-моему, 4, 6, 8 и последнее удачное 11 было. Ну да ладно. Потому что два раза я попался, первый, по-моему, третий матч с одними и теми же игроками, блин. Не стал ливать, потому что супер интересный самолет был. Задание было, что, излечить 25 здоровья, это изи, естественно. Странно, квест на самом деле. 25 здоровья, значит, это, не знаю, там, 2,5 бинта заюзать надо. Вот, убить со снайперки было 2 или 3 раза у меня коряк, естественно, никого не убил, даже не пытался. Ну то ладно. В топ-10 в складе надо попасть 5 раз было, я в итоге 4 матча играл, 3 из них попался, на последнее 11 место не очень удачно. Тут сыграть 7 матчей надо было, осталось 3, то есть я думаю, здесь как раз 2, а то и 3 матча как раз играть будем, чтобы в топ-10 попасть. И может быть повезет, из 2 матча сделаем. Тут, короче, то же самое, 3 матча в топ-10 дойти, но это уже не недельные квесты. Тут надо было 30 энергетиков слить. Энергетиков очень много было, я не знаю, что такое, но у меня, по-моему, за первые 2 игры наполовину насобирал только. Ну, бинтов это понятно, тут за 2 матча может даже заюзать, просто по КД юзай. Вот, короче, цель что? Топ-10 взять в складе, погнали. Подключусь, когда матч найду, а то сейчас пока искать будет, пока нас там тиммейты будут не устраивать, пока самолет не устраивает. Чувствую, это надолго. Так, нашел матч. К сожалению, с одной стороны, это хорошо, что это тиммейты, 3 человека вместе играют, чекнем стату ихнюю, но, к сожалению, слишком маленький у них рейтинг. Не потому, что они, может, плохо играть, просто потому, что не так давно начали FPP играть, видимо, или что, не знаю, там. Амир, здорово. Может... Здорово. А, ты... Ты откуда? Здорово! Уелбок. Откуда? С кем это? Сам! Это... С кем это не болтают они? Вот... А, Сосновку, ну понятно, почему так... Ясно, ладно. Ну, мы были там, как обычно. Северный. Северный. Ну, как обычно, в северный вылетает. Yellow, what the fuck is this? В смысле, what the fuck? Не идет. А Сосновку так не идет. Человек прыгает в Сосновку хочет. Он не идет на Сосновку, да? Типа нафиг, идиот. Ой, блин, ну игроки, ну ладно. Надеюсь, они передумают. Вот хотя бы вражок, уж на то пошло, реально, хотя бы вражок. А то поставил метку Сосновку. Какого черта? Почему идиот? Сразу выпрыгнуть. Люди еще не соображают. А, он соображают. Есть лодка, но что-то на нее вроде летят люди. Блин, реально на лодку летят люди. Серьезно? Да ладно, на лодку летят люди реально. Это разные склады, походу. Ничего понять еще не могу, что происходит. Вот засранцы. Блин, вот бы посмеялся, если бы на мель посадили они. Так, ну УАЗики едут. Прикол в том, что меня сейчас просто задавят. А, они тут еще припарковали. Офигеть, то есть он взял лодку? А, что происходит? Я на мотоцикл лечу. Они еще и машину сейчас этот угробят свою. Короче, я беру баги, ну его нафиг. Что там у них происходит, еще непонятно. Зачем-то на лодке они вышли, блин. Зачем они вышли на лодке, я не понял. Люди на УАЗике зачем-то вышли на лодке. Бред какой-то. То есть это разные склады, походу, были. То, что двое на лодку прыгнули, но зачем-то в северный в итоге приплыли какого-то черта. Что, они совсем не видели ничего, что ли? Бред какой-то получился. Как метки, блин, свои бы убрали, хоть, не знаю. Ну, вроде не едет никто, их, может, там и прикончили всех. То есть, эти, может быть, задавили, а те, может быть, этот... Это очень странно было.
То есть, знаете, как будто специально люди знали, что я лодку буду брать, взяли лодку, чтобы, например, я, да, конкретно я, никуда не уплыл. Бред, конечно, какой-то получился, ну ладно. Надеюсь, сюда не приедет никто. Очень странные люди. А потом через повтор, ну, обязательно забуду, конечно, это, но надо посмотреть, без... что это было. Это реально разные склады, походу, были. Реально разные склады были, видимо. Ну, почему они его на лодке даже не попули, я вообще понять не могу. Круг же не видно еще было где. Почему они приняли решение все-таки северный? То есть очевидно, что в северном люди есть. Ну то есть летели. Видно было. Сразу они не видели, что ли? И рядом с ними были прямо люди. То есть одни взяли УАЗик, другие взяли лодку. И оказалось, они еще зачем-то... Одни утопили УАЗик, другие утопили лодку. Блин, что произошло? Или это какой-то стример? Посмотрите, реально, что из-за них был. Может какой-то стример там, они просто руинят его. Ну часто такие бывают дебилы, как говорится, в игре. Видят стример, сразу назначено, о, все, надо значит, испортить игру. Может быть, это тот, как раз это и было. Так, нам нужны энергетики и... Я в них месте, что на УАЗике, что на лодке, поплыл бы дальше, чё они? Я-то переживал то, что мне придется фиг знать, где утаться, может они поедут, поплывут, может куда-нибудь сюда, хоть как минимум, а потом может ко мне еще придут. А эти дебилы, как говорится, вообще непонятно, чем занимаются у северного. Мало того, что люди по ним там стреляют, еще левые какие-то, видимо. Странно было. Так, а канистра нам, ну, в принципе, лодка-то как бы может и пригодится еще. Блин, что я делаю? Я не со стороны вышел. Не с той стороны дома вышел. Запутался. 5 бинтов, 3 буста. Ну, в принципе, на утане хватит, как говорится. Так, X3. Было забавно, конечно. Все, кстати, играл, по-моему, третью игру или какую, не помню точно. В итоге игра вылетела. О, наши разносят, кстати. Прошки, да, молодцы. Вот, в итоге вылетела игра. Я как раз лутался где-то то ли здесь, то ли не помню. Где-то, ну, где-то на побережье тут какие-то домах. Зашел в игру, конечно же. И, но, блин, уже круг пошел, все такое. Так я в итоге за зоной сдох. Ну, понятно, я сдох. Всех своих пережил все равно, но и к тому, что не очень удачно получилось. В этом плане. Долго, ну как, недолго заходил, что там зайти-то быстро, но... Так, компенсатор. Короче, ладно, ставим так. С калашом надо будет. Пофиг. Не помню, сколько мне надо там этих энергетиков. Ну, штуки 4, наверное, надо заюзать еще. Не 2, так точно, больше, по-моему, чем 2. Так. Сейчас полутаем тут дома, потом поедем, я не знаю. Ну, мув, конечно, забавный был. То, что лодку забрали, УАЗик забрали. И зачем-то и лодку испортили, главное. То есть на этой лодке не могли плыть дальше. То есть люди...
такое чувство, как будто люди специально испортили кому-то игру. То есть не обязательно, может быть, мне просто... Просто специально испортили. Взяли лодку, и в итоге не, не нужна, они просто ее... Да ё-моё. В итоге она им не нужна, они ее... На мель посадили. Специально. То есть не себе, не людям, точнее. Как бы так. Так... Ни одной аптеки, кстати, нет, между прочим. Между прочим, ни одной аптеки. Сразу два буста заюзаем. Потому что у нас квест на пофиг. Блин, ну X4 я не хочу второй брать. И... Не каски. Не каски. Наши молодцы, порошку бегают, видимо, зачистили весь рожок. Надеюсь. И все. Молодцы. X2, да, мой любимый? Главное, что потом, чтобы их, чтобы им из рожка дали выйти. Все будет ток. Это были утоляющих. Лодок чуть не вижу здесь. Вряд ли на лодке же поплыл. Нет, ну смысла. Так, ладно, патрутов не надо. Так, да, кстати, последняя игра, которую делали, топ-11 заняли. Офигеть, ну там, может быть, даже выложу, кстати. 4 канистры. Так, одну можно выкинуть, наверное. Если на лодке не поплывем, то канистры только точно не надо. Там 2 за глаза хватит. Даже одной, наверное. Прикол в том, что... О! Прикол в том, что круг был довольно маленький, уже все 700 метров, да, и было 40 с лишним человек, это просто жесть. Я уже поехал в круг, когда 300 должен быть метров, где уже будет существенно дамажить, то есть на машине невозможно хилиться будет практически. Пешком-то отхилились, вот буквально позавчера играли, до Ясной Поляны бежали на метров 300, и было 6 или 7 аптек, я... Добежал спокойно пешком. На машине бы пришлось останавливать. То есть машине прикол в том, что да, она быстро, но она пока разгонится, пока затормозит, чтобы хилиться. То есть надо именно вылезать из машины, чтобы гарантированно нормально похилиться. Так, это что у нас? Не надо. Да, ни одной аптеки. Печалька, конечно. Что ни одной аптеки. Правда, первый круг еще только. Но, как бы, я не знаю, лутаться я тут, наверное, не буду, наверное. Все-таки, блин. Угу, как в воде, блин, ё-моё. Это да, вот это поворот. Так, что, тут лутал я или нет? По-моему, лутал. Вот это поворот. Остановиться тут, не остановиться. На определенно где-то полутаться, определенно. Тут
более водка нам, скорее всего, нужна будет. У меня канист, это с этих нету, как и бинты, только и бусты. Поэтому такое. Короче, вот там, вон там, наверное, дома. С левой стороны, когда если никого нет, то хорошо, если есть, то... Как говорится, не очень хорошо. Что-то энергетик сразу не заюзал. Почему, не знаю. Почему, не знаю. Наши все живы. Ладно, короче, на пофиг пытаемся. Надеемся, что найдем аптек. Офигеть, канистр, конечно, много, но толку от них. Так, потому что задница была на этот. Наверное, ну ладно. После бинта тоже закончится скоро. Это тоже скоро закончится. На либо на пофиг бросать все ехать сейчас, я на этих бинтах, в принципе, доеду. Либо это. Там 24 или что это? Да, там 24. Только от этого, блин, что не 24. Ой, как же фигово-то, когда аптек нету. Туда куча, туда к нифига, блин. Ни бинтов, ничего, блин. Что за дела? Что за дела? Вообще ничего. Я тебе хоть бинтов-то, алё, блин. Шок просто. Просто нет хилок. Куча бустов. Таким количеством бустов надо ехать сразу в клоук и как бы. Это недалеко отсиживаться, да? Как бы. Ты ё-моё, дайте бинтов. Хотя бы. Или аптеку. Ничего, абсолютно ничего. Вообще ничего. То есть были только эти. Что могу сказать? Надо юзать буст, потому что у меня бинтов-то мало. Так, они еще и умирают. Офигеть, блин. Ну вы молодцы просто. Еще и ливнул сразу, серьезно. То есть люди играют втроем вместе, они еще ливают почему-то сразу. То есть, серьезно, подумал, что его не воскресят или что? Что за бред, блин? Чувак просто ливнул. Сразу, моментально. Едем, короче, в Мильту куда-нибудь. Надо бы полутаться, конечно, где-то. Потому что я просто не доеду, скорее всего, но. Только опять в воде, как на выезд. Вот как на выезд, всегда так.
Ни хилок, ни себя нету. А, еще и второго уже нокнули. Серьезно? Где бинтов, мысли, буст еще есть. До зоны-то доеду, наверное, но. Или остановиться на пофиг где-нибудь. Полутаться. Чего делать? Фиг знает. А, все сдохли уже. Все сдохли. Так, бежим. Нет, это нифига. Оп, оп, бинт вижу. Оп, оп, оп. Кроме бинтов ничего нету. Зона-то недалеко, он через 30 секунд пойдет уже. Пятнадцать человек, между прочим, осталось. Так. Один не вышел, кстати, молодец. Блин, дайте аптеку-то, ё-моё, хоть одну. Так, канистру заюзаем сейчас. Так, ни одной аптеки называется. Вот такие вот, такая вот игра, блин. Ну, 14 минутов, ладно, еще поживем. Может даже полутаску он зайти. Так, ладно, канистру выкидываем. Канистру выкидываем. Хотя надо было одну на наставить. Блин, ну ладно, нет, хватит топлива, по идее. По идее, хватит. Здесь видит у меня, что у меня 24. Наверное, видит. То мог бы куда-нибудь метку поставил, что ли, я не знаю. Так, ладно, поехали. Блин, зона в воде, шок-контент, как говорится.
Так. Ну, думают, у меня еще аптека на море целая. Наверное, думают. Все, последний погнали. Последний бинт. Так. О. Нет? Так, ладно. Естественно, сразу убил. Естественно, сразу, как без этого-то. Тут ничего не сделать уже. Читаки, как обычно. Так, ладно. Читаки, как обычно. Так, главное квест сделали, да? О, все. 60 левел, нормально. Так, что у нас там? Один топ-10, два матча, еще два топ-10. Короче, два матча сыграть и два топ-10 складить
И все квесты, в принципе, сделаны на неделю даже будут. Реально, кстати, так, подожди. Шмотку-то дайте нам какую-то хорошую. Да ладно, серьезно? А нельзя было дать что-то другое-то? У меня таких уже, блин, сколько? Две. Почему одинаковые шмотки постоянно дают? То есть, мне кажется, должны быть какие-то новые. Каждые 10 уровней. И так 10 уровней надо прокачать. Еще и дают одно и то же постоянно. Что за бред, блин? Что за бред? Ладно, всем спасибо, всем пока.